все кишит людьми Ромеро. Какое жесткое начало такое. Ай, патроны кончились. Отлично. Итак, что нам предстоит сделать? Так, найти ангар ракет. Граната. По ногам тебе. Гейб, насчет Мара говорит, что единственный способ их отключить — это вырубить питание по всему комплексу. Окей. Да, куда он там свалился? Ладно, сиди там. Так, здесь где-то должно быть, по-моему, здесь где-то, да, автоматик, который пробивает броню. Так, спускаться нам, по-моему, сюда. Там чувачок бежит. Какой живучий. Еще один. Отлично. Все здорово. На гранаты не попались. Это самое главное. Опа. Кто там, кто там, кто там, кто там? Так, спецкуртка у нас полная. Сюда. Так, 14 патронов, давайте выберем другой автомат. Черт, есть здесь ток или нету? На подъемнике нет электричества вообще. Ты должен быть питание. Реле где-то рядом. Так, реле у нас находится вот здесь. Забираемся. Какие красные лампочки такие, как этот, не знаю. Убежище вампира, блин. Отлично. Сейчас должна там группа солдат выбежать.
снимаю в первую очередь этого. А остальных так сейчас потихонечку. Готов. И второй. Отлично. Так, сейчас там еще один. Собираем броники. Без броников никуда. Так. Так, выберем такую пушку. Что еще толпа здесь будет? Отлично. Да ну нафиг. Так, готово. Там еще одна группа сейчас будет. Отлично. Так. Вот в эту сторону. Так, так я не помню. Сюда или сюда? Отлично. Я в энергокомнате. Пытаюсь включить генератор. Будь осторожен. Я не знаю, к чему это может привести. Все может просто взорваться. Нет выбора. Нет выбора. Давайте уничтожим здесь все. Отлично. Питание отключил. Взорвал здесь все. Так, здесь такое вот место поганое. Сложноватое. Ой. Так. Аккуратно. Наверное, здесь. Отлично.
отлично. И теперь блуждать в потемках. Где там у нас фонарик? Так, спецкуртка у нас целая, ружье возьмем. Ну, ружье здесь. Яй-яй. Вот и спецкуртка пригодилась. Так. Будем аккуратно. В потемках, потому что враги нас тоже не видят. Готов. Так, где твоя голова? Готов. Сразу двоих, отлично. Так. Должен быть где-то обрыв, блин. А, сначала еще двое. Да. Или один. Двое. Так, а теперь сейчас обрыв должен быть. Аккуратненько. Чувачок там еще ходит. Ах ты. Ну и как теперь тебя? Спугнул, блин. Отлично. Так, продолжаем. Стоит такой, ничего не подозревает, ему в яблочко так на. Просто. Так. Нет, не с этой стороны, значит. Переворот. Там блуждают тени. Ой. Так. Так.
Нет, по мостику. Бежим по мостику. Еще чувачок. Так, еще один. Окей, ребята, у нас есть... А, нет. Все истратили, окей. Все, добрались. Отлично. Я обнаружил, что они разобрались с шахтой. Проверь, жив ли наш советский голубой... Пусковые шахты ракеты Р-9 состоят из 3 уровней. На 1 уровне рядом с лифтом главный пусковой компьютер. Ясно. Я пошел вниз. Лен, я не думаю, что это шахта для ракет. Я думаю, это запускалка для яков. Ваган придумал нечто грандиозное. Идет сканирование. Допуск позволен. Ты не сможешь остановить. Надо найти коды самоуничтожения и взорвать ракету, как только она выйдет выше из атмосферы. Где я найду коды? Панель, самой ракете. Она где-то в районе основания. Спустись на 3 уровень, прежде чем она взлетит. После взлета возвращайся на 2 уровень, чтобы включить самоуничтожение. Окей. Давайте-ка. Так. Аккуратно, аккуратно. Давай, давай, быстрей, быстрей. Время ограничено. Отлично. Так, того, кто мешал, сняли. Ну конечно, я знал, что ты легко расколешь ситуацию. Я ожидаю только отличных действий от своих агентов. Где Роймер? Вы меня спрашиваете? Сколько же Роймер работал на вас, Маркинсон? С момента выполнения тобой миссии в Коста-Рике, когда ты открыл связь между плантациями Роймера и Фаганом, я сам проделал некоторую работу через наших людей во Всемирной Организации Здравоохранения. И решили, что хотите иметь вирус сами? Нет, конечно же для агентства. А ракета? Ракета — это моя идея. Маркинсон пришел сюда, чтобы остановить ее, но опоздал, так же, как и ты. Кто цель? Какая разница? Есть. Фу, успели. Так, так, так. Теперь у нас почти 3 минуты. Теперь надо найти Ромеро. Так, все серьезно. Прям Третья мировая война. Так, давайте-ка еще раз пробуем. Давай, выбегай. Один готов.
Второй тоже. Куда полез? Так. Докторишки, идите сюда. Ключ мне отдайте. У того, значит, да? Так, минута 17. Времени вообще, вообще ноль. Так, теперь бегом к компьютеру. Включаюсь через путь. Пошло, молодец. Гейт, получилось. Считываю вирусную информацию. Я готов к отходу. Все, никак не успокоишься, Морган? Да, из нас с тобой получилась бы отличная команда. Я так не думаю. Вверх ты, Логан. Так, теперь надо... Теперь надо Ромеро убить. Ребята. Так, газовая граната. Где она там? Выбираем. Не успокоишься, Логан? Вот это. Но. Текс. Ты еще жив? Конечно, жив. Туда, наверное. Сначала пусть лаборатория исследует этот диск и вакцину. Да нет, я имею в виду всю эту неразбериху. Оказался связанным с Ромеро, Фаганом, вирусом. Что все это значит? Не знаю. Маркинсон мертв, и вряд ли кто-нибудь знает. Ну что, дорогие друзья, вот мы и прошли Siphon Filter, первую часть. Игрушка дала попотеть. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь, до новых встреч, до новых прохождений. Всем пока.
Отличная работа, мои дорогие. Отличная.